Volkswagen Passat завоевал звание Европейского автомобиля года. Награду присудило авторитетное жюри, состоящее из 58 профессиональных автомобильных журналистов из 22 стран. Конкурс прошел в Женеве в преддверии международного автосалона. Volkswagen Passat выпускается с 1973 года. На конкурсе в Женеве концерн представил 8-е поколение большого семейного автомобиля. Такой автомобиль может проехать 50 километров только на электротяге. Он дарит комфорт и пассажирам, и водителю. За титул победителя соревновалась 31 машина. Жюри оценивало дизайн, комфорт, безопасность, экономичность, функциональные возможности и цены моделей. Народный автомобиль из Вольфсбурга набрал 340 баллов, опередив своего ближайшего конкурента Citroën C4 Cactus на 90 пунктов. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz C-класс. За ним следует седан Ford Mondeo, кроссовер Nissan Qashqai, минивэн BMW 2 Series Active Tourer и хэтчбэк Renault Twingo. Машинам концерна Volkswagen достаются лавры победителя на европейском конкурсе уже не впервые. В 1992 и в 2013 лучшим автомобилем года становился Golf, а в 2010 лидировал Volkswagen Polo. Конкурс «Европейский автомобиль года» проводится более полувека. Мнение экспертов формируется во время тест-драйвов и специальных испытательных сессий.